Слава Яспицу! Смотрите «Звездный ворс» в Киеве! Разрешите пригласить вас 12 числа в городе Киеве. Яспицу, слава! Дорогая Киевская Русь, что хочу сказать тебе я, Виктор Пузо, то, что 12 апреля, или 12 в Киеве, можно будет совершенно спокойно посмотреть прекрасную космическую сагу и замечательную киноленту «Звездный ворс», которую вы все эти годы так безнадежно ждали. Смотрите, смотрите, дорогие друзья, и еще раз смотрите. Дорогие, горячо любимые мною киевляне, витаем вас, ваш замечательный кинотеатр «Кинопанорама», на премьеру высокохудожественного фильма «Звездный ворс». Этот фильм делали замечательные люди. Вы обязательно должны его посмотреть. И я там тоже появляюсь. Немного, но зато как. С 12 апреля на экранах «Кинопанорамы». Дорогие земляки, с 12 апреля в киевском кинотеатре «Кинопанорама» новый художественный фильм «Звездный ворс». Приходите с семьями, покупайте билеты побольше. Положили немало, надо биться. Дякую. Таким образом, уважаемые киевляне, 12 апреля в кинотеатре «Кинопанорама» начинается прокат художественной киноленты «Звездный ворс», которую все обязаны посмотреть. Другой альтернативы просто не существует.